Да, металлические у них эти катушки были. Наши все были пластика, а у японцев и америкосов были металлические. Не бобинка, понял. Ну, у меня на пластиках там. Я в Москве покупал. Блин, звучание шикардосов. Что за фигня? Они так никогда не запищали эти кассеты. Кассета Фанатека была там 1500 кассет. Потом начались эти диски. Чудаку отдал клетчатую сумку с этими кассетами баранками. Зачем? Ты знаешь еще прикол? Покупаешь сборники. Паргот по сборник. Слушай, не могу понять. Одна песня звучит идеально, вторая плохо, там и все. Вот сведение такое. Не сведение, не. Они сами с кассеты туда придумывают. А потом я вспомнил, Трускавцев был в 95-м году. Мы с чуваком жили в комнате, Вовчик, ему 39 было, ему 20. Я же к нему там на голову слышал, не они, блин, только что старый, все, давай, ему так капался, не вас, а ты, мы с собой типа кореша, поэтому я Вова, Вовчик, так все дела. Ну, 39, мужичам 39 лет, ну, блин, пес, ему 20. Ну, сейчас понимаю, что мы еще молодой там. Так вот, ходили, я же кассеты покупал, там, Лина, Мона, там, пойду одну кассету, там, то Назар, то еще что-то куплю. А он приходит, так, ну, можете мне сборник сделать? Это ты помнишь, этот упоительные все вечера, там, боль, не боль, а когда хренатень была. Ну, без орел. Сюда без проблем, пиши мне песни, я тебе все сделаю. Ты же довольный, прибежал, а я в Турсковец взял, говорит, весну 212. Я еще тогда веселился. Чемодан. Ну, а сейчас с блютусклонкой ходят. Раньше с магнитофончиком. Куча кассет же пристал. Едет пацан, то скорее. Я там царем мафон, я не знаю, все дела. Так вот, пошел, короче, список принес, чтобы вот эти все. Все, не вопрос, там через два дня пойдешь, я тебе все запишу. Короче, со всяких кассет вообще непонятно, откуда та шипит, та придит, та громко, там не слышно, Вова приходит, во, включай, втыкаюсь. Я ему говорю, ну не можете его записать нормально, потому что нет таких источников, таких одинаковых, такого сборника в природе не может существовать. Да, он же пообещал. Пошли к нему. А что ты мне за херню записал? В смысле херню записал? И песни те, ну что ты хочешь, отвалить. Ну, расстроенный, повел сюда сборник, отрядный домой. Они сейчас делают это, как он, конверт, да? МП3. Ну, повышаю. Ну, оно говно получается. Да и главная конфетка тоже же не светит. Не, естественно. Когда его ужали в сцену, уже все. Там высокие попа пропадали.